16 августа храм Рождества Христова посетили военные, которые выполняют свой священный долг по защите нашей Родины. По известным причинам лица офицеров не снимались. Гостей встретил настоятель протоиерей Александр Игнатов. А русский солдат всегда на Бога надеялся и на свои силы. Господи, благослови! Отец Александр рассказал гостям о истории строительства храма, показал одну из святынь, копию Туринской плащаницы, которая свидетельствует не только о распятии Господа нашего Иисуса Христа, но и о Его воскресении. Батюшка показал купель для крещения с полным погружением и рассказал о важности таинства крещения для человека, как рождения в новую жизнь. Но самое главное, поговорили о важности веры в Бога для солдата и его воинском служении своей Родине. Отец Александр привел слова Александра Васильевича Суворова. «Молись Богу, от Него победа. Бог наш генерал. Он нас и водит». Как сегодня важны для офицеров наставления великого полководца. Ведь перед нашими воинами стоит серьезная задача сохранения русского мира. А быть твердым и мужественным без веры в Бога невозможно. И поэтому в верхнем пределе храма отец Александр обратил внимание гостей на самую главную книгу – Библию. И в ней строки из главы книги Иисуса Навина. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда ни пойдешь». В этот день был отслужен молебен. Для солдат, которые защищают рубежи нашей Родины и работают на общую победу, было передано Святое Евангелие и молитвословы. Иконочки, молитвословы. Для военных медиков были переданы медикаменты и облегченные носилки, которые по благословению отца Александра прихожане и участники молодежной общины Рождественского храма шьют для бойцов Донбасса. Такие легкие компактные носилки из ременных строп рассчитаны на перенос большого веса, что вполне соответствует весу бойца в полном снаряжении. Носилки быстро разворачиваются и позволяют за короткое время унести раненого с поля боя. Такая мобильность в условиях боевых действий для военных медиков крайне важна. Ведь спасение человеческой жизни – это самое главное. Бой закончится, а каждая спасенная жизнь – это чей-то сын, брат, муж, отец. Носилки довольно оригинальные, такие может иметь каждый при себе военный. Также может использовать как лестницу, либо для маскировки. Помощники нашли сразу. Пришли не раздумывая, потому что невозможно остаться в стороне, потому что сердце горит желанием помочь тем, кто сейчас на передовой. Вместе с партией таких носилок были переданы письма воспитанников детского дома «Рождественский», подделки и рисунки воспитанников детских садов, которые помогут укрепить боевой дух. На территории храма гости посетили рождественский вертеп Вифлеем и часовню-купель в честь иконы Божией Матери Всецарица, казачий хуторок, а также музей казачьего быта в хате атамана. После этого отец Александр провел гостей в выставочный зал, где сейчас находится интерактивная выставка «Небесные покровители земного воинства», которая знакомит с основными страницами истории России и рассказывает о героях, о защитниках земли русской. Как важно не только поднимать боевой дух, но и укрепляться в вере в Бога, которая всегда помогала русскому солдату одерживать победу. В завершении встречи отец Александр преподал общее благословение. Чтобы у вас в сердце родилась крепкая и сильная вера. И эта вера пусть поможет вам в вашей жизни, в вашей службе. И дай Бог, чтобы она, вера ваша, помогала вам достичь всем нам желанной победы. Прежде всего над самим собой и над всеми врагами, видимыми и невидимыми. Мир всем вам и Божье благословение.